Состоялась очередная отправка мобилизованных граждан. В первую очередь призывают тех, кто имеет военные специальности – стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков, водителей. Наш земляк, житель Щелково Сергей Стройкин, срочно служил как раз водителем в войсках ПВО. С тех пор прошло 30 лет, и теперь он направляется, как и другие мобилизованные, в одну из воинских частей для подготовки и переподготовки в соответствии со своей военно-учетной специальностью. Сергей Стройкин – доброволец. Ну, я, честно говоря, очень этого хотел, очень волновался, очень ждал этого, потому что в данный момент, наверное, нельзя остаться дома, нельзя остаться безучастным, наверное, всем мужчинам, кто может, должны собраться и пойти. Что-то мы должны для своей страны сделать. Мобилизованных провожают родные и близкие. Жены, матери, отцы, дети, друзья. Настоятель храма Иоанна Воина деревни Никифорова Щелковского благочиния иерей Виталий Крикота произносит слова напутствия. Заканчивает их молитвой. «Посылаем с единородным Твоим Сыном, с пресвятыми благими животворящими Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Среди мобилизованных и мусульмане. Будем живы, не помрем. С Богом. Россия за нами. Равняйсь смирно. Погрузки личных вещей приступить. Наступают последние минуты прощания. Мобилизованные из военкомата направляются в пункты будущей дислокации и учебной подготовки. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.